Джейсон Хадсон из ЦРУ. Как он тебе поверил, зная, что Виктор Резнов помог тебе при побеге? Резнов был мой друг. Он не смог выбраться. Виктор Резнов был коммунистом. Как в ЦРУ узнали, что ты не завербован? Тестировали. Узнали, что я держался, и сейчас удержусь. Правительству нужен Драгович. Ты должен был убить его. Да, еще многих. Я должен был убить многих. Кого? Кого, Мейсон? Тебя вернули на службу и вызвали в Пентагон. Моим новым куратором стал Джейсон Хадсон. Мы на месте! Почему Пентагон? Хадсон не мог мне сказать. У него не было допуска. Сопровождение готово. Приветствуем в Пентагоне. Мы опаздываем! Секретарь Макнамара. Ваша репутация широко известна. Так, к делу. На кон поставлена безопасность страны. У него нет страха, совести, слабостей. Генерал Драгович. Кажется, вы уже встречались. Когда я убью его? Мы рады видеть тебя, Мейсон. VIP. Он здесь. Мне казалось, что за нами все следили. За мной следили. Тогда никому нельзя было доверять. Иногда даже самому себе. Поэтому-то мы и здесь, Мейсон. Чтобы узнать, можно ли тебе доверять. Вот здесь. Круглосуточно. И так всегда. Мы держали тебя под постоянным наблюдением. Это невозможно. Я был в Пентагоне. Доложите о нас. Пароль, сэр. Допуск Проспера. Известные герои. Я помню. Я все время слышал числа. Никак не мог их выбросить. Известные лидеры. Допуск Аэль. Вепи. Что-то мне... Он ждет. ...не давало покоя. Что, Мейсон? Мозговой центр. Я могу, не кривя душой, сказать, что не единожды спасали цивилизацию. Знаю. В этой комнате. Мне казалось, я как будто сплю. Шаг второй. Выйти из тьмы. Шаг третий. Огонь с небес. Ты приближался к своей цели. Все шло как надо. Помню свой первый раз. Дух захватывает, а? Еще нет. Сикаракса. Убежище было построено в 43-м. Используется редко. Спасибо, мистер секретарь. Удачи, Мейсон. Президент. Агент Мейсон. Это честь, господин президент. Так.
коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Драгович. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Не подведите. Мистер Мейсон, сделайте это.